Приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Купили мы свиную шею, видите, 280 рублей за 800 грамм. Килограмм 345 рублей. То есть, как выбираю обычно я свиную шею, то есть я беру вот именно с таким жирком, чтобы было его здесь побольше. Потому что он жарится и очень вкусный. Мне, к примеру, нравится. А вот такой вот жир, вот такой вот мягкий, я не люблю. Часть, конечно, топится, но особо не обжаривается. Смотрел видео и хочу вам именно рассказать, поделиться. Так, и буду резать, чтобы именно практически на каждом кусочке был жирок. Хочу поделиться видео, кто смотрит меня в первый раз, и очень много под другими видео, не под моими, есть комментариев, то что какой берется уксус. Уксус берется 9%, и поэтому шашлык может мариноваться до, так, хотя можно, ладненько, обычно я всегда делаю вначале небольшие кусочки, это чтобы сразу их приготовить, поесть, пока готовится основной шашлык. А так, в целом, конечно, немножко покрупнее. Шея, она всегда сочная. Лучше всего именно брать на шашлык тот, который вы хотите мариновать в уксусе, как в советские времена, потому что он не будет такой сухой. А вот если лопатка или окорок, то все-таки гораздо будет все по суше. Поэтому не особо вам советую. Вот. И когда я режу, я смотрю, чтобы кусочки, они прям, то есть как я их буду насаживать на шампур. Вот. Всегда в основном беру, так, у меня уже тут кот крутится, вертится. Сейчас вот этот кусочек, на, чтобы он хвостом тут мне не вилял. То есть до этого я готовил шашлык в банке, в рассоле, а сейчас я буду делать в пакете, чтобы банку с собой не таскали, и для удобства сейчас сделаю в пакете. То есть берется примерно, ну, 700-800 грамм до килограмма, то есть мяса. 1 столовая ложка соли, 2 лаврушки. Я добавляю для вкуса 3 душистого перца. Если вам не нравится, можете не добавлять. Или 3 черного перца. 1 вот такая вот луковица. Так, все это у нас мясо сюда получается. Вот так вот разложим. Луковица, то есть лук у нас идет обычно, сердцевину я всегда обрезаю. Лук у нас идет для сочности, поэтому режьте его как хотите. Я бывает полукольцами режу, бывает именно так, как сейчас. Сейчас возьмем кружку 300 миллилитров, можете взять меньше, и кипяченую воду или очищенную, к примеру, через фильтр. То есть вначале я сделаю рассол и потом буду заливать. Для чего я это делаю? Чтобы уксус с солью и с перцем, с молотым, у нас получается равномерно они, так скажем, разошлись. Вот смотрите. Кружка кипяченой воды, 1 ложечка, половинка молотого перца, лаврушку немножко поломать, душистого добавить и уксус 9%, как я ранее говорил, потому что очень под другими видео есть много комментариев, спрашивают, скольки процентный. Так вот, раз ложечка.
С 9% можно до суток мариновать, но опять же только шею. Окорок он немножко будет по суше. Лопатка будет еще суше. Ну, то есть перемешиваем. Все сейчас будет равномерно раствориться. И соль, и перец. А так обычно другие делают, я смотрел видео, то есть берут мясо вначале, так, вот как я ранее говорил, в пакет, потому что сразу пойдем на шашлык, пока дойдем, пока выберем место, разложимся, пройдет 2 часа, то есть 2 часа он будет у нас мариноваться. Вот, то есть берут вначале мясо, потом в дальнейшем лук и поливают уксусом и также молотым или черным перцем в горошке и все перемешивают руками. И в дальнейшем добавляют 200 миллилитров воды. Я обычно сразу все это развожу, чтобы он был равномерно все это. Так, смотрите, все это выливаем. Видите, даже соль у нас вся растворилась. Так, немножечко, получается, воздух вот так вот выпускаем. И все это, так, вот так вот немножко свободное место даем. И вот здесь где-то завязываем. Это вот буквально один пакет, чтобы у нас ничего не порвалось. Почему вверху? Чтобы удобно было перемешивать. И чтобы ничего не порвалось, берем второй пакет, кладем также. Для уверенности я всегда делаю в 3 пакета. Это уже, как говорится, наверняка. Этот немножко буквально так вот завяжу. Также будет приготовление. Заходите в плейлисты. Спасибо, что подписываетесь на канал, новые зрители, и оставляете свои комментарии. Есть много всего и рецептов приготовления, и видео на разные темы. Так, опять же, так как в данный момент нахожусь в отпуске, то монтирую видео, запасы свои, запасы те, которые у меня есть. И хочу смонтировать видео, почему у меня так они долго, получается, выходят, и как я делаю монтаж видео, то есть как он делается, как я скачивал и настраивал Sony Vegas Pro 13, у меня это видео есть. А вот как я монтирую, тоже есть у меня отрывок этого видео. Но вот я хочу прям полностью ролик, сколько у меня уходит времени. Вот уйдет минут 30 или часа полтора, ну, значит, так оно и будет. То есть не буду я ничего сокращать, именно все покажу на примере и покажу исходный материал, сколько у меня уходит времени. А то я тут, получается, 3-й выпуск отпуска монтирую, у меня была одна склейка, и 3 раза я монтировал. И все-таки, допустим, для нового зрителя, для моих подписчиков, там интересные моменты, которые на заднем плане хотят услышать, очень плохо слышно. А получилось такое наложение звука. А так вот я смонтирую, будет все ровно. Надеюсь, что сегодня-завтра смонтирую, будет 3-й выпуск. Также можете зайти в плейлист «Отпуск 2019 год». Там полностью все видео есть. Вот так вот, то есть я немножко, видите, переминаю. Самое главное, чтобы там воздуха особо не было. И было свободное место. И все. Будет мариноваться особо не тяжело. И очень удобно. То есть без банки, чтобы не носить. До этого я в банке все делал. Все. Всем спасибо. Вот буквально за 10 минут, да, то есть все сделал. Ну,
На подготовку у меня ушло минут 30, не более того. То есть прибрался, все сделал, так что все четко. Все, всем спасибо, до новых встреч.